Guten Tag! Всех приветствую, друзья! Сегодня будет распаковка 10 рюкзаков трансформеров от 40 до 60 литров. Представьте себе, в руках нес по 5 килограмм на каждую руку, каждый рюкзак весит по 1 килограмму. Крепатура такая, что потом вообще не мог даже в руках ничего держать целых 2 дня. Также в подарок мне дали вот такой стикер-пак. Это получается пак из 10 патчей Украины. Плюс дали еще 10 масок. Вот таких очень качественных. Уже я как бы тестировал их и безумно от них рад. Защита трехслойная. Это все мы кладем обратно. И чтобы потом не потерять эти все патчи, кладем в одно место. Так. Перейдем к распаковке рюкзаков. Good. Как бы вам, чтобы удобнее было. Удобно как будет. Ближе к себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 10 рюкзаков. Почему преимущество? Почему я их купил? Купил я их в Китае. Качество Кардура. Написали 1000, но может быть 900-950, но на рынке таких больше нет. Качество очень безумно. Всем советую. Давайте сейчас перейдем к распаковке рюкзаков и посмотрим, как они вообще себя ведут. Все, поехали. Рюкзак, как я повторял, он создан из материала хардуры, что является очень качественным. Ткань не рвется, нельзя ее пропалить, не горит. Получается, фурнитура очень крепкая, пластмасса идет везде. Стропы моли на нижней стороне, на верхней стороне. Также сейчас вам покажу, что обозначает рюкзак трансформер. Тут такой механизм хитрый получается. Открывается он по системе поддона. Поддон полностью нужно открыть для начала. Вот первый раз сейчас открываю. Только с производства приехали данные рюкзаки. Все, открыл на максимум. И смотрите, сколько пространства. Видите, вот просто рюкзак, да? Просто рюкзак. За ручку сейчас возьмем, просто рюкзак. А теперь показываю. Смотрите, сколько места. Дополнительный второй рюкзак. И это все за очень дешевую сумму. Всем советую, ссылку оставлю в описании на данного продавца. Продавец качественный, ответственный, все в сроки, быстро, прям круто очень. Еще скидку сделают вам на опцену. Советую однозначно. Теперь закрываем это все. Закрывается тоже 5 часа. Ну считайте, как куртка у вас открывается, закрывается. Только тут система вот такая, что она идет по кругу. По кругу открывается и в обратную сторону закрывается. Запаха нету. Ну потому что цена хорошая, продавец как-то нацелен на вас тоже. Никаких засечек, ничего не будет. Получается, я уже эксплуатирую рюкзак с 18 года, точно такой же это получается. Ну, уже третий год пошел, и все очень на хорошем уровне. Когда вы его полностью наполните, на нем даже можно отдыхать на природе, как подушку использовать, потому что качество очень хорошее, карманы большие. Вот, смотрите, все.
все вмещается. Закрываем. Конечно же, если в него положить больше рюкзаков, то сразу форма придаст данному рюкзаку. Внутри вот такое большое отделение одно, плюс сейчас выверну, посмотрим. Плюс снизу тоже отделение, которое вниз, оно из более такого материала, с картуры более низкой плотности используется. Ну, сейчас, если сбоку выверну, вот этот материал. А, нет, все, эта спинка у нас такого материала, что не плотность, чтобы положить можно, ну, булт было сюда, и еще всякие ЭДС припасы, допустим, фонарики, термосы. Вот такой рюкзак. Прошито тоже все качественно, добротно. Вот. Давайте посмотрим, сколько рюкзак может себя вместить точно таких же рюкзаков. А сейчас посмотрим точно, какое получается кордура, сколько идет в нем. В нем идет кордура 950D, ну почти 1000 можно считать. Качество безумно. Не знаю, как этот продавец шьет, но гарантировать могу, что продержится 3 года, можно его кидать, резать, подпаливать, не загорится, не продырявится, ну вообще мощь. Открываем рюкзак и начинаем в него трамбовать. Еще про спинку хотел рассказать. Получается, две идет вот таких стропы, очень мощно прошитых. Вот, смотрите. Также вот стропой, чтобы укрепить. Две стропы прошиты одной усиленной, прям изнутри, и закреплены очень качественно. Два вот таких идет, которые одеваются, получается. Ручки, две ручки идут. Очень классная система, можно еще сумку подвесить поясную. Также в груди соприкосновение, чтобы было больше и легче его нести. Получается, две ручки вы их соединяете и вот так несете очень качественно. Закрываем. Также тут есть поясная система, которая снижает нагрузку у вас на бедрах, если вы подвязываете его. Все продемонстрирую, все покажу. Также тут какая-то новая система уже идет. Поясная ручка есть. А для чего вот это уже вторая? Наверное, это как за... Да, наверное, это как пояс, а то еще чуть ниже можно подвязать, чтобы вообще не отпало. Или укрепить одну поясную, сделать еще сильнее. Но качество безумное. Наполняем его и смотрим, как же он будет выглядеть уже при своих всех ведомостях. Рюкзаки будем складывать. Да, вот так свернем. Раз рюкзак. Потом давайте два рюкзака. Представьте, сколько вы в аэропорту сможете провести, если, допустим, вам нужно много взять с собой вещей. 40 литров берете, а затем уже просто, когда вы прилетели в другую страну, вы трансформер делаете, открываете его 60 литров. Такой лайфхак небольшой. Два рюкзака в него поместилось. Но думаю, третий тоже пойдет. Сейчас попробуем, конечно.
очень крепко. С натяжкой, но нам же нужно тестировать рюкзак, а не просто его взять и сказать, что нет, не подойдет. Мы сейчас все укрепим, утрамбуем более крепче. Также вот две стропы моли идут, сюда можно каремат снизу привязать, плюс воду по бокам можно укрепить. Тоже я так пробовал, вода держится крепко, но иногда слетает и нужно на чеку быть, потому что в дороге бдительность ухудшается, но конечно закрывается так оно прям хрустит, но сейчас все отлично, отлично, три рюкзака поместилось на ура. Так, так, подожмем, все, давайте даже кверху их. Все, теперь буду демонстрировать, вот, вот такой четкий, прям крепкий. Все, меня получается видно. Отлично. Вот так рюкзак выглядит. Очень крепкая ручка, смотрите. Ну, у меня такой рюкзак 3 года выдержал. То, что не знаю, этот рюкзак. 2 бутылки воды. Вот по бокам можно сделать. Сюда. Плюс внизу для каремата есть. Ручки вот 2. Плюс стропы моли. Есть даже снизу, что можно тоже гарнитуру привязать. Вот такие две ручки. Давайте сейчас прикрепим его и посмотрим, как он выглядит на мне. Да. Система очень проста. Берем и вот так одеваем, как прям как, сейчас скажу, как бронежилет получается. Так, откроем. Да, уже. Ого! Тут получше ручки идут уже. Как раз, смотрите, отрегулировано уже на меня. Ну, это, конечно, низко, но я его не закреплял, ручки. Вот так все. Вот, показываю. На максимум. Вот так он будет выглядеть на вас. Спину полностью копируют ваши, что даст очень хорошую уверенность. Давайте так, повыше. Плюс есть еще дополнительно сзади вот этой, получается, поясной системы, есть тоже ремень, который можно тоже применить или к ручке, или к дополнительной защите. Тут у вас трескается, дополнительная защита есть. Вот так. Легкий, компактный, все в нем удобно. Показываю со спины. Вот так выглядит. Очень хороший, добротный рюкзак. Всем советую. Когда нагрузка у вас уже примерно где-то, сейчас скажу сколько, нагрузка от 10 кг, советую поясной ремень применять, потому что защиту даст очень хорошую. Вот так выглядит. Очень добротно. Теперь показываю крупным планом, чтобы увидеть, как он выглядит. Посмотрите, вот так. Что хотите, можно с ним делать. Видите, какой мощный и крепкий рюкзак. Вот. Вообще сказка.
Обожаю этот рюкзак, потому что мощно и качественно все. Все, показываю. Так.